На Ямале расходы на оплату ЖКУ выросли в среднем на 7%. Такие данные сегодня приводит Департамент энергетики и ЖКХ округа. Хотя далеко не все стали тратить на оплату коммуналки больше. Незначительное повышение почувствовали жители тех домов, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета. Ранее до введения норматива плата за общедомовые расходы им не начислялась. А с 1 января этого года, когда объемы общедомового потребления были утверждены законодательно, у людей появились дополнительные строчки в расчетках. Отмечу, для жильцов тех домов, где общедомовые приборы уже были установлены, оплата осталась на прежнем уровне. Они появились в тех домах, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета и полностью оборудованы, квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета. Раньше, до вступления в силу 354-х правил, данная плата не начислялась, а сейчас она начисляется. Плата возросла примерно от 1 до 7%. В некоторых муниципальных образованиях плата снизилась. Массового всплеска, конечно, недовольства граждан у нас нету. Обращения, конечно, есть, со всеми обращениями работаем. Работает и государственная жилищная инспекция округа, и наш департамент, и муниципалитеты работают. В общем-то, как бы в таком довольно-таки оперативном режиме постоянно обрабатывается информация.